Всем привет! Сегодня состоится небольшой батл двух GPS-приемников. Это M8Q от фирмы MATEC и BN220. GPS MATEC M8Q я использую на летающем крыле, а BN220 на квадрокоптере. Итак, сейчас я их одновременно подключу к ноутбуку, и они дружно начнут искать спутники. Для чистоты эксперимента я их все подключаю через USB, без подключения видеопередатчика, курсовой камеры и так далее. Так, одновременно я их подключил и теперь подключаю программы управления. Порт выбрать. Что можно увидеть? Значит, BN220 до сих пор еще ищет спутники. А что у нас происходит с MATEC-ом? MATEC тоже пока еще ищет спутники. Да, вы скажете, что проверять нужно. О, MATEC поймал спутники. Супер. 4 спутника у MATEC-а. Да, вы можете сказать, что проверять нужно на открытой местности. Но я вам отвечу, что вот здесь у меня под крышей ловит вот этот MATEC спутники штук 17, если долго постоит. То есть, в принципе, тут можно их сравнивать. Вот MATEC поймал 4 спутника, а BN220 еще ни одного. Светодиод моргает. У MATEC'а 6 спутников, а у более дешевого GPS'а ни одного. В поле ситуация примерно одинаковая. Вот этот BN220 спутники ловит довольно-таки долго. Ждать приходится, наверное, минуты 3-4, чтобы он поймал достаточно спутников для работы GPS-рескуя. Вот уже 8 спутников, а у Бена ни одного. Но он поймает, тут надо ему долго постоять просто. У MATEC'а 9 спутников, у BN220 ни одного. Подождем еще. 10 спутников. Повторюсь, все это под крышей из шифера и дерева. Ну, что могу сказать? Прошло вот буквально почти что 5 или 6 минут, и BN220 поймал нужное количество спутников. В данном случае 4 спутника используются для определения 3D-фикса. Да, там как бы он поймал еще кучу спутников, но пока их не используют из-за слабого сигнала. Вот сейчас 6 спутников он поймал. В то время как MATEC поймал 12 спутников и HDOP 0.8. Все это под крышей. В поле примерно сохраняется та же самая ситуация. То есть MATEC ловит буквально, вот я подключил аккумулятор, одел очки, и он уже набрал нужное количество спутников. А вот этот вот BN220 приходится ждать, реально минуты 3 или 4, а то и 5, пока он там разродится, поймает нужное количество спутников. Такое вот получилось сравнение. Сейчас вот он поймал уже 8-9 спутников, то есть сейчас они скоро сравняются. Я проверил возврат домой, вот на этом квадрокоптере. И он у меня нормально вернулся в точку практически, откуда я стартовал. То есть с точностью у него все в порядке. Единственная проблема у него, вот этот долгий начальный фикс. Возможно, что-то не так с его настройками. Для чистоты эксперимента я проверил все на стоковых настройках. Я никак не настраивал ни вот этот GPS, не этот GPS, просто я подключил проводами к полетному контроллеру. И как они его сконфигурировали, эти полетные контроллеры, так оно и работает. Вот, стоит ли переплачивать за такой быстрый фикс, решать вам. На этом все. Надеюсь, видео было вам полезным, и вы сможете выбрать тот GPS, который вас устроит. Пока-пока.